Стаканчик, коктейльные трубочки, бумага и ножницы. Это все, что понадобилось ребятам, чтобы собрать подвижного клоуна. Дети сразу включились в работу. Вырезали ручки, ножки и голову будущей игрушки. Внимательно слушали организаторов и старались собрать самую красивую подделку. Я такой подделки никогда не делала, но я делала много каких подделок, но не таких. Подделка такая клоун, и мне она очень понравилась. Также в рамках акции «Мир своими руками» организаторы подготовили для ребят загадки, показали мультфильм о доброте. Дети с интересом наблюдали, как герои на экране, просто подарив букет, поднимают настроение другим персонажам. Если ты будешь добрым, ты станешь в мире успешным, сильным. Если ты будешь злой, ты будешь не успевать. Ребята и взрослые поговорили о том, как важно быть отзывчивыми к окружающим. Главная цель организаторов – донести до детей, что доброе отношение к людям должно быть от чистого сердца. Всегда приятно, когда рядом с тобой находится добрый человек. Человек, к которому можно обратиться с какой-то помощью, либо просто поговорить. Человек, когда злой, ну он злой. Вам охота общаться со злым человеком? Мне тоже нет. А с добрым всегда приятно. Осенняя неделя добра продолжается. Это значит, что поучаствовать в акциях и поделиться позитивными эмоциями может любой желающий. Екатерина Шмакова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24».